Перед зарядкой всем желающим предложили сыграть в городке. Это любимая игра академика Ивана Павлова, имя которого носит вуз. Подарок командам-победителям – корзины с яблоками. Еще один торжественный момент перед началом зарядки – вручение золотых знаков ГТО. Рязанские спортсмены получили их из рук ректора вуза Романа Калинина, который является послом ГТО. Я уверен, что пока еще никто в нашей большой, великой стране не повторил те зарядки, которые делает Рязань. И я думаю, что год от года это мероприятие будет шириться, будет развиваться и будет пользоваться заслуженной популярностью всех. А может быть, и формат стоит менять, и может быть, школы еще придут, может быть, придут не только гражданские учебные заведения, но и военные учебные заведения. Потому что каждый человек должен быть здоров, каждый должен поддерживать культуру здорового образа жизни. Открыли зарядку профессиональные тренеры и спортсмены, которые показали простой набор упражнений. Делать их можно даже дома и без специального снаряжения. На стадионе «Локомотив», ставшем в этом году площадкой для зарядки с чемпионом, практически не было свободных мест. Столько пришло желающих поучаствовать в акции по пропаганде здорового образа жизни. Люди, заряженные энергией, нацелены на позитив. Вам предстоит в нашем городе трудиться, создавать семьи, растить детей. От того, какими вы будете, зависит будущее нашего города. Да здравствуют рязанские вузы, самые спортивные из всех вузов, самые позитивные. Все мы знаем, что быть здоровым человеком очень хорошо, но это не просто слова, а ежедневный труд над собой, требующий от каждого из нас определенных усилий. Участниками зарядки с чемпионами стали представители всех курсов и всех факультетов РИАСГМУ. В этом году присоединились к акции и другие вузы, политехнический университет и сельхозакадемия. Это моя пятая зарядка по счету, то есть каждый год весь вуз с 1 по 6 курс выходит, заряжается просто невероятными эмоциями. Ты понимаешь, что весь вуз рядом с тобой рядом одногруппники, преподаватели, вы вместе единое целое. Закончилась зарядка флешмобом. Студенты выстроились в фигуру в виде сердца и надпись «Павлов». Это дань памяти ученому. В этом году исполняется 170 лет со дня его рождения. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».